Готовим освежающий сок в летнюю жару из апельсинов и лимона. Берем 3 апельсина и лимон, моем и отправляем в морозилку на 5 часов заморозить. Апельсины замерзли, режем кусочками. Легко режется. Замороженные фрукты опускаем через мясорубку. Цитрусом добавляем сахар и лимонную кислоту. Хорошо перемешиваем. Перемешали, перекладываем в 3-литровую банку и заливаем водой. Перемешиваем. Надо еще воды добавить. Закрываем крышкой. Забираем в холодильник на ночь. Ночь пролежал в холодильнике, а сейчас пропускаем через сито.
процедили сок. Доливаем сюда еще 1,5 литра воды. Перемешиваем. Пробуем по сладости, сладко или не сладко. Если хотите, добавляйте еще сахара, будет еще слаще. А я люблю вот так. Для меня очень вкусно и очень сладко. Разливаем по банкам, убираем в холодильник. Вот столько сока у нас получилось из 3 апельсинов и лимона. Спасибо, что были со мной. Всем пока!